Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня видео по запросу. Пишет мне Есения и задает она такой вопрос. Привет, подскажи, пожалуйста, как завоевать сердце бабника? На самом деле, мне не первый раз уже задают вопрос о том, как завоевать сердце бабника, или если вот парень такой гулящий, любит девчонок, не обращает никак на тебя внимания. Первое, что я могу сказать и вообще спросить, зачем вам такой парень? Девчонки, вы сами на самом деле себе усложняете жизнь. Ну, была я такое то же самое, я понимаю все это, да, хочется такого первого парня на деревне, но вы сразу должны понимать, сколько проблем вам с этого будет потом. Лучше найти нормального парня, пусть он просто нравится девчонкам, пусть знает себе цены, но при этом, чтобы он был хороший такой, да, вот не бабник. Пацанов тоже можно понять, вы еще в таком возрасте, да, вы еще не умеете завоевать парня. Парень еще не нагулялся и вообще, как бы, да, у него одни девочки в голове. И это тоже, на это тоже нужно делать время, давать этому расчет. Я думаю, что вряд ли, даже если вам скажу, что вот, да, как надо делать, вряд ли вы вообще это поймете. Как нужно делать, потому что это надо прочувствовать, это нужно прожить, это должно быть изнутри, да? Это должен быть реально опыт какой-то, какая-то внутренняя мудрость, чуткость, чувственность к человеку, да? И тогда вы там заметите какие-то моменты, раз-раз подергаете за ниточки, и он будет ваш. И то, например, даже если я буду, допустим, захочу себе завоевать сердце бабника, я понимаю, что все это на время. Вообще все на время, я очень много говорила где в видео, что понимаете, да, что все это на время. И тем более, если бабник, я прекрасно понимаю, как тянет по девочкам, как заглядываются, все мужчины заглядываются на девчонок других, да, но просто у кого-то есть принципы какие-то, чтобы не ходить налево. И то бывает, и влюбляются, и измены в семьях, где муж любит жену свою, и при этом вот... не может удержать в штанах там что-то, да. Поэтому изначально, если вы видите, что это бабник, да успокойтесь, найдите себе кого-то другого. Зачем вам такие сложности? Вы не потянете. Боюсь, что вы не потянете бабников таких. И только будете страдать, разобьете себе сердце. Не, ну если интересно, если вы к этому готовы, то ради бога, конечно. Но я ничего не могу здесь посоветовать. Это очень кропотливая, тонкая работа. Представляете, я это все собирала, допустим, там много лет, да, а вам все попытаюсь рассказать, а вы еще, не знаю, я даже не знаю, с чем это сравнить, когда у меня даже много раз было такое, что, допустим, мой старший друг, да, он понимал какие-то вещи, и вот он мне объяснял их, поверьте, на протяжении нескольких лет очень долго. И только в один прекрасный момент вроде бы как бы осеняет. Вроде бы как-то ты что-то понимаешь. И уже начинаешь действовать по-другому. Но годы прошли. Одно и то же. И казалось бы логично, понимаешь все. Но ты не можешь это привнести в свою жизнь. Поэтому я могу, конечно, сказать, как завоевать бабника. Да? Делайте так, так, так. Почувствуйте вот это. Вот я вам говорю, почувствуйте вот это. Как вы почувствуете, да? Как? Вы во фрустрации находитесь. И если я говорю сейчас о 16, 17, 18 лет, да даже 20, 21, даже 23 может быть. Так что очень сложно все это дело. Поэтому единственный мой совет, что найдите хорошего парня. Просто, ну хотя бы не бабника. Вы сразу такие сложные эти вещи ищете. Я даже не хочу браться за это и что-то советовать, прям бабника завоевать сердце. Я не люблю сама бабников. То есть для меня бабники — это только такой момент вот игры, да, и доказать себе, что просто я круче, и как бы бабник этот, все его бабы, в общем, там рядом со мной не стояли, да. И лишний раз только вот себе доказывала, допустим, это все в прошлых моментах. И единственное, что я поняла, что все эти бабники — это просто мужчины, просто парни, которым нужно самоутвердиться. Как раз таки у которых проблемы с самоутверждением, и они за счет девушек, которым они нравятся многим, которые делают им комплименты, бегают за ним, они их меняют как перчатки, и все их любят, они как раз таки становятся, как бы зарабатывать себе свою вот эту вот самооценку. Поэтому не стоит их сразу арканить, может быть хуже, что там в отношениях мужчины, который еще не нагулялся. Пусть нагуляется, и вот тогда потом уже в прошлом бабник, может быть, будет хорошим семьянином. А пока не стоит браться за этот непосильный тяжелый труд. Вот что я могу сказать.
обращайте внимание на парней, которые уже как-то по-другому немножко формируются, может быть, у них другие какие-то принципы в жизни, немножко другое воспитание, другие примеры, и тогда будет вам счастье. Но если я ответила на вопрос, это хорошо, если не ответила в комментариях, пишите вопросы, подробности, и я отвечу на них. Если у вас появились еще какие-то вопросы, пишите под видео. Я обязательно сниму видео, если это будет интересный вопрос и интересен не только вам одной, но и широкому зрителю, да, то я сниму тогда видео, если, может быть, не одна вы уже спрашивали об этом. Это будет интересно. Если это, конечно, вопрос, который я могу ответить в 2-3 предложениях, да, то я напишу лучше, нежели чем снимать. Если, конечно, эта тема такая не широкая и на нее стоит снять видео. Поэтому в любом случае, если у вас есть вопросы какие-то, пишите в комментариях. Кто первый раз на моем канале, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. С вами была я, Селена Свей. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.